Когда человек испытывает вирусную атаку, всегда нужно пить в момент межсезонья, в период там осени, весны. Чем меньше солнца, тем ниже иммунитет. Эта программа комплексная, и она нужна для всех, кто перенес заболевание, просто для профилактики. И организм начинает бороться с вирусами, грибами, бактериями. Как же работает эта серьезная система в нашем организме? Добрый день, мои дорогие зрители! В этом видео поговорим об иммунитете. Позже речь пойдет о программе «Иммунитипэк». Но сначала давайте немного разберем, как же работает эта серьезная система в нашем организме. Итак, иммунитет – это сеть клеток, тканей и органов, которые работают совместно, в синергии, и защищают от разных бактерий, вирусов, грибов, токсинов. И есть два вида иммунитета. Это врожденный иммунитет и приобретенный иммунитет. Врожденный – это наша первая линия обороны. Это кожа, ресницы, волосы, носу. В общем, все механические барьеры, которые не пускают чужих сразу при входе. И есть еще адаптивный, так называемый приобретенный иммунитет. Он более целенаправленный. И он реагирует на антигены. Это как раз белки, которые находятся на поверхности патогенов. Данный иммунитет позволяет определить их вид, определить происхождение, чтобы дальше с ними бороться. Если мы с вами что-то вдохнули, съели, это что-то попало в наш организм, оно должно пройти через дыхательные пути, через желудочно-кишечный тракт и получить разрешение от так называемого таможенного контроля. И этим разрешением как раз занимается наша иммунная система. Как на таможне, иммунная система проверяет документы. Если есть несоответствие, она не пропускает чужих и в прямом смысле съедает эти патогенные микроорганизмы. Этот иммунитет вырабатывает клетки-лимфоциты, которые и атакуют эти самые чужеродные патогены. И очень интересный факт, что иммунная система имеет память и при поступлении такого же товарища в следующий раз четко сориентируется и примет меры по его уничтожению. Внутри нас более миллиарда антител, и очень непростая задача его, конечно, нашу иммунитет укреплять. Правильнее сказать, создать необходимые условия. Можно сравнить наш иммунитет с садом, который состоит из множества разных растений, и каждому из них нужно создать определенные условия. Кого-то полить, кого-то спрятать тень, кому-то добавить солнечного света. И поэтому задача подходить комплексно. Нельзя взять какой-то один витамин и укрепить иммунитет. Зачастую, когда мы говорим про иммунитет, первым делом на ум приходит витамин С. Но тут важно все. Важен образ жизни. Важно, что вы едите, как вы двигаетесь, как дышите, в каком эмоциональном состоянии находитесь, в каком состоянии ваша пищеварительная система. В прошлом видео мы с вами говорили, от чего зависит состояние пищеварения. Разбирали, как устроены стенки желудка, и говорили о том, что если слизь преобладает, она забивает пространство между ворсинками, и там начинают развиваться патогенная микрофлора, грибы, бактерии, простейшие паразиты. И очень важно поддерживать слизистые в качественной среде. И для этого нам необходим баланс витаминов и минералов. Если какого-то важного вещества, с помощью которого работает слизистая, там, соляная кислота, не хватает, соответственно, уровень pH, то есть щелочности в желудке, повысится, и желудок не будет выполнять свою функцию. А для этого нам нужно ежедневно получать щелочные минералы, такие как магний, цинк, калий, натрий и так далее. Все они есть в нативной и биодоступной форме в продукте Ocean Min. По этому продукту на канале у меня есть отдельное видео, обязательно его посмотрите. Идем дальше. Цинк-минерал важен для выработки интерферона. Если его недостаточно, будет страдать вирусная защита. При дефиците цинка не происходит качественного газообмена в легких, что приводит к их уязвимости и к вирусным инфекциям. Йод тоже участвует в синтезе иммунных клеток. Он поддерживает клеточные мембраны и является природным антисептиком. Если в нашем кишечнике все хорошо, у вас всегда будет баланс между патогенной и полезной микрофлорой. А это в конечном счете очень хорошо скажется на иммунитете. Мой выбор и выбор моей семьи – это программа от компании «Коралловый клуб», которая называется «Иммунитипэк». И в ней как раз находятся в синергии вещества, которые помогают активировать иммунную систему. В момент межсезонья, в период там осени, весны, в период обострения хронических заболеваний и просто для профилактики. И первая поддержка иммунной системы – это, конечно, ощелачивание с помощью продукта Coral Mind. Я уже неоднократно об этом рассказывала. Когда человек испытывает вирусную атаку, всегда нужно пить защелачивающие напитки. И продукт Coral Mind можем использовать во всех случаях. Можем его просто пить для профилактики.
или добавляя одно саше на 1,5 литра. И в период болезни, когда уже повысилась температура, есть кашель, насморк, боли в мышце, или когда уже идет интоксикация, уже нужно разводить его в воде более горячей 40-50 градусов и повышать концентрацию, бросать один пакетик на стакан воды, заливать несколько раз и в течение дня использовать где-то до 3 саше. Идем дальше. Самое сильное противовирусное средство – это кора муравьиного дерева. Нас окружают деревья, то есть они в свою очередь защищены корой от внешнего мира. Кора всегда горькая на вкус, имеет в своем составе живицу, и она защищает деревья от грибов, лишайников. За много миллионов лет в ней выработались факторы, которые борются с вирусами, бактериями, грибами, насекомыми. Наши предки научились использовать кору, намазывая ее, заваривая в виде чая, научились бороться с инфекциями. И кора муравьиного дерева – одна из самых известных в мире антисептических средств. Поэтому мы берем 2-4 капсулы коры на стакан горячей воды, настаиваем, можно добавить немного меда в эту жидкость и выпиваем 5-8 раз в день, и организм начинает бороться с вирусами, грибами, бактериями, которые атакуют наши клетки. В нее добавлен селен, один из самых иммунных минералов, и он добавлен для повышения эффективности коры. В программе ImmunityPack, кроме растительной, еще используется и животная формула, и это жир печени акулы. В нем содержится сквален – вещество, стимулирующее иммунную защиту. И при употреблении коры муравьиного дерева с коралмайном, со сквалином создается такое комплексное, многокомпонентное и очень эффективное воздействие на весь организм. В программе есть витамины в липосомальной формуле. В ней есть молекула протеинов. Они окружают жизненно важную молекулу витаминов. И это витамин С – самый сильный иммунный витамин. На моем канале есть подробное видео о нем. Он способствует повышению местного и общего иммунитета. При его недостатке лейкоциты не могут активно сопротивляться вирусной инфекции. Сам по себе витамин С может при прохождении через желудочно-кишечный тракт разрушиться, а липосома, в которой он спрятан, защищает его от разрушения. И в программе еще есть витамин D3, это гормоноподобный витамин. И сейчас вы видите вверху ссылочку на обзор этого витамина. Действует как защитный витамин, способствует усвоению кальция, магния, калия, способствует сохранению и обновлению костной мышечной структуры. Он воздействует на иммунную систему. Если его не хватает, сильно страдают клетки-защитники, лейкоциты. Они становятся такими стабильно пассивными, нарушается их форма, и они просто растворяются. Состояние их оболочки зависит от того, в каком состоянии у вас витамин D. Очень многие ученые связывают дефицит витамина D с иммунитетом. Напрямую была доказана связь нехватки витамина D и возникновение обострения респираторных заболеваний. Чем меньше солнца, тем ниже иммунитет. Этот витамин синтезируется, когда есть солнечная активность. У 75% людей витамин D в дефиците. Когда снижается солнечная активность в межсезонье, снижается витамин D и начинается снижение иммунитета. Заметьте, что летом мы болеем крайне редко, так как летом витамин D частично синтезируется, но это когда есть высокая солнечная активность. И еще витамин D является антидепрессивным витамином. Подведем итог. Программа Immunity Pack – это программа комплексная, которая крайне важна в период межсезонья для того, чтобы создать условия для поддержки вашего иммунитета. И она нужна для всех, кто перенес заболевание, просто для профилактики. Она идеально сочетается с продуктом Ocean Mint, так как там присутствуют все необходимые минералы, которые в синергии с программой Immunity Pack дают потрясающие, ну просто уникальные результаты. На этом у меня сегодня все. Обратитесь к людям, которые поделились с вами этой ссылочкой. Они помогут приобрести вам качественные продукты. Будьте здоровы и до встречи в следующих видео.